Whispering Towers. People used to call them that because somewhere in the fog you always heard someone cry, mourn their lost ones. This was a sacred burial place, you see. My name would be carved into these stones as well. If I'd been granted the funeral ritual, I would already be in the City of Light then. Интересно все-таки, конечно, кто он у нас. Угу. И почему он туда не попал. Возможно, им примириться нужно. Вполне. Поэтому и не пускают. Ни того, ни другого. Другой вопрос, почему он тогда не в зверином теле, а огоньком? Да ну небольшая высота же. Потому что, как бы, нельзя сказать, что он прям вот весь такой идеальный был, хороший. А мы не знаем, кто он до сих пор. Нет, он начальник стражи же, он же отдал приказ в любом случае. Угу. The pestilence seemed to have taken its toll. The water to carry the spirit on its journey. The fire to burn away the lies and mistakes of a past life. To free the true spirit within. What was going through your head? I have a bad feeling about this. How dare you come to her funeral? I didn't know she was in the house. I'm sorry. Everything that happens from here is your fault. Это же место, кстати, в самом начале показывали, получается. Когда вот наш огонек как раз попал в такое положение. Или нет, интересно? Не помню. Или там кто-то другой? Там тоже кого-то хоронили, и Калани была еще маленькой. Это был пролог. А, ты про пролог имеешь? Да, да, да. Ну, про пролог я не помню. Что там конкретно было на фоне? Там точно были похороны, а вот кого хоронили, вопрос. Кого, да, вопрос. Возможно, это не связано прям с огоньком. А что мы там нашли-то? Вот последнее, это что? Термическая фляжка охотника это была. А... Ой, мышка. Пропади. Долото для резьбы. А, ну понятно, надписи делали же. А как они так вот выше, выше, выше забирались? Подставки делали деревянные. Леса своего рода. Необычный ритуальный кремень.
Йенрана обычно тщательно подготавливали умерших на плоту из сушеной травы и дерева, украшенным перьями, шкурами животных и костями. А затем плот сплавляли вниз по реке Вечности и поджигали, чтобы позволить душе покинуть тело и войти во дворец тления, который часто изображался как солнце, восходящее за грандиозной пирамидой. Is that you? Seems like you started to have a lot of followers. I wonder what you're up to. Что-то не очень хорошее. Здесь можно прокатиться. Так это Вомбат? Да. Точно? Подожди. Это не Вомбат. Это свинка? Подожди, ну Вомбат же. Да нет же, но это не Вомбат. А кто ты такой? Ну да. Во! Я нашел тебя. В смысле не пролезаю? Ну так, как-то не особо получилось. Ого, там уже идут. Сколько? Ох. Ну вот эти вот штуки похожи на капибары были, но я не уверена. Тут, наверное, свои какие-то еще. Это мы пытаемся тут потянуть за уши. Нет, ну у них почему? Вомбат, он в игре прям подписан, Вомбат. Ну свой Вомбат, игровой. Свой в доску. Рыба! Под водой как-то сильно мутно сделали. У меня прям аж это... Мыло в глаз попало. Короче. Так, ну, если там мутно. Ну, я понимаю, но, на мой взгляд, не очень приятно для... О, стой! Визуально. Не понял. Ну-ка, перепрыгивай. А с правой стороны? Просто я не могу туда. Около самой скалы вот попробуй пройти. Вот нам сюда. Наверное. Да. У меня, кстати, со Steam контроллера этот же, я гироскоп использую для управления. И здесь, то есть, прикольно так можно просто руками направлять. Забавно. Набулькал. Интересно, надо было там оборачиваться где-нибудь, а то ты там ни разу не обернулся? Вот. Надо было, да я знаю. Но мне неохота за каждым углом, знаешь, вот это вот делать. Look at these sewers. Can you believe how people built all this?
Так, а направо что? Куда направо? Ну, вот сюда, в кусты пройди. Вот, гриб. А, я даже еще никуда не шел и просто осматривался. Мне нужно больше цветов. Меня напрягает, что волчица так плохо прыгает. Практически вообще никак. Но они тут все такие. Не очень летают, не очень прыгают. Так себе плавают. Вообще утки не должны так уж плохо летать. Не должны. Может быть, не очень поворотливые, конечно, но все же. This has to be the canals beneath Kilotazi. Let's hurry. I want to show you the city. In our eyes, we're standing.